Мне трудно передать словами те чувства, что во мне живут. Как объяснить все? Ведь ночами заснуть раздумья не дают. Тебя я вспоминаю, мама, родная, милая, прости за то, что был всегда упрям я, избрал тернистые пути. Прости, родная, за разлуку, за письма редкие мои. Я мысленно тебе целую руку, и губы сжатые твои. Я часто плачу, вспоминая, как обижал порой тебя. Прости меня, моя родная, в последний раз прости, любя. Как много так не понимал я, как много мне еще понять. Наверное, любил я мало, коль все ж не смог любовь познать. Прости, родная, за разлуку, за письма редкие мои. Я мысленно тебе целую руку, и губы сжатые твои. Твою любовь, любовь без меры, твои надежды и мечты. Прости за дерзкие манеры, из-за чего грустила ты. Теперь о жизни больше знаю, я многое сумел понять. Твою заботу вспоминаю и так хочу тебя обнять. Прости, родная, за разлуку, за письма редкие мои. Я мысленно тебе целую руку, и губы сжатые твои.
Нисколько не сомневаюсь, что он будет иметь будущее по одной простой причине. Он народный певец, он идет по принципу, знаете, вот быть любимцем народа для всех слоев. Так, как это делали раньше актеры все, так, как это делал Муслим Магомаев, София Ротару, Алла Борисовна Пугачева, как ваш покорный слуга. Понимаете, есть артисты, а есть вот народные любимцы, их немного. И вот мне кажется, он может стать вот именно таким. И еще, по-моему, важна вот такая индивидуальность, вот лица не общее выражение. Вот то, что есть у Витаса. Понимаете, у него, когда я слушаю, смотрю на него, я вспоминаю какие-то интересные моменты в эстраде, вот такое явление, как Вертинский. Понимаете, вот такой какой-то образ, театрализация какой-то песни, я не знаю. Вот такая естественная пластика. И мне Витас тем нравится, что он со сцены выходит, он такой же, как на сцене, он не играет Витаса. Если он играет и в жизни, тогда это просто супер актерище. В общем, он совершенно тот тип, которого не хватало на эстраде. Вот он пришел всерьез и надолго, я бы так сказал.